Нашей кошке подарили ошейничек. С бубенчиком, чтобы она в деревне не терялась, а так уж, чтобы ушла в траву, так слышно и видно. А мы любим такие хренюшки. Вот это у меня приближение. Так. Вот она у нас. Когда я сюда приехала, тут был звук праздника в парке. Я думала, ну, часов, может, через часик, через полчасика. Посижу чутка дома. Приехала с гостей с левого берега. И схожу, но что-то, по ходу дела, там уже все закончилось. Против ошейника она не против, но она очень любит такие звуки. А тут этот звук прямо на ней. Не надо царапаться, то что? Зачем царапаюсь? Это куска. Куска-бармоска. Сейчас тут такие прыжки были, пока я камеру доставала. Да, привет, зритель. Ох. Не хочешь на камеру ничего продемонстрировать, да? Ну, тогда тебе пока, зритель.